постоянно претензии, типа, какого фига вообще ты трогаешь мой тогда телефон? Он мог бы обидеться, он мог бы назвать меня в ответ, но он ни в коем случае не должен меня, на меня поднимать руку. Артур, я такой ведешь, испытываю чувство, но мне реально спит. Артур, зачем? Отыграл вот так вот. Ну как отыграл? Артур, вошел в кураж, как, что ты хочешь меня услышать? Я тебе говорю, как есть. Что он мне говорил? Я хоть и не получил номинацию «Актер года», но я так сыграю. Он как будто предвкушал, как мы будем драться. Если он мужчина, он сам захочет сесть в этот изолятор, потому что это ненормально, бить девочку, понимаешь? Да, есть!